Коллеги из зала, давайте так, по регламенту. Я дам приветственное слово участникам панельной дискуссии, но мы не будем там между собой просто общаться, да, мы будем обязательно вовлекаем вас, то есть участвуйте наравне с нами. Если есть какая-то вот прям животрепещущая тема, пожалуйста, обязательно вам дадим слово, поднимайте руку повыше, потому что отсюда может быть не очень видно. Давайте тогда начинать. Как внедрить роботизацию элементы индустрии 4.0? Вот сейчас, ну, вот честно скажу, немножко набило оскомину, да, коллеги? Ну, все говорят про диджитализацию, про роботизацию. Но где они? Где эти роботы? Где эти Т-800, Т-1000? Где Skynet? Когда они уже придут и начнут нам помогать или там воевать с нами? Ну, надеюсь, до этого не дойдет. Вот. Что вообще происходит? Расскажите, пожалуйста, вот конкретные примеры, которые происходят у вас, и что для вас актуально на данном этапе. Окей, коллеги, добрый день еще раз. Слушайте, ну есть уже на самом деле и Т-800, и Т-1000, да, но вот у нас два направления бизнеса, это закупки МТР и, собственно говоря, складская транспортная логистика. Поэтому у нас есть два проекта с применением, ну, скажем так, роботизированной техники, но с точки зрения вот именно внедрения безлюдных технологий на двух складах. Один, что называется, за Уралом, Ханты-Мансийске, а второй уже вот в Москве недавно запустили. Там, собственно говоря, концепция это была не в том, чтобы внедрить вот 4.0 что-то и там на хайпе проехать.